Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mazda Demio 2004 года выпуска, 1.3 автомат. Пробег на автомобиле 215 тысяч километров. Праворукий автомобиль. Подожгли на нем коробку. Поэтому с ремонтом забивать голову себе не стали. Заказали с Владивостока коробку. Пришла. Сейчас ее берем и устанавливаем. Поднимаю автомобиль, снимаю оба колеса. Но пока он у меня стоит, ослаблю ступичные гайки. Привода мне надо будет вытаскивать для удобства. Поэтому сразу ослаблю, потом сниму колеса. И там уже буду смотреть снизу, как именно снять, как именно подобраться к коробке и снять ее. Также с коробки солью масло. Откручиваю гайки. Предварительно ВД-шкой забрызгал. Головка на 32. Она и не затянута. Также со второй стороны тоже отпускаю и поднимаю. Снимаю батарейку. Клеммы ослабил. Скидываю минус сначала, потом плюс. Откручиваю аккумулятор. И снимаю площадку под аккумулятор. Здесь еще проводка крепится к этой площадке. Сейчас отключу проводку. На этом ухе и на этом ухе сидит проводка. Ну и так дальше потихонечку будем двигаться. Снимаю воздухозаборник. Потом сниму корпус воздушного фильтра. Возьму гибкий вал, удлинитель. Здесь головка на 4 болта. 1, 2, 3. Вот здесь на воздухозаборнике 4. Корпус у нас шевелится. Но сейчас сниму вот эти клипсы. Посмотрю, что здесь, как нам отделить вот эту часть. Здесь пластиковые клипсы стоят. В
под клипсами у нас стоит процессор. Откручиваю патрубок на дроссельную заслонку. Сняли верхушку, честно говоря, через жопу снимается. Открутил 4 болта с этой площадки, снимаем разъем, вот не разъем, а крепление проводки, и снимаю вот эту площадочку. Сниму щуп, чтобы его не сломать. Вот здесь проводку скинул с щупа. Здесь с клипсы снял. А также вот здесь вот под проводкой снизу, вот это место, у нас прикручен болтик, крепит. Вот здесь снизу идет с щупа трубка то ли вентиляции, то ли перелива. Но я ее тоже снял, на коробку идет. И можно пытаться вытащить щуп вместе с трубкой. Трубка щупа длинная, уходит глубоко в коробку. Здесь упирается провод массы. Я его откручу, а потом надо будет нам его не забыть закрутить, когда будем собирать. Не мешает вот это крепление проводки клипса. Сниму ее тоже. Все, снял я клипсу. Я ее отсюда пытался сжать, а она наоборот тут по узкому вытащил. Вот она такая трубка, насколько она длинно входит в коробку. Сзади я открутил массу от кронштейна и снял один разъем.
Здесь снял клипсу крепления проводки кронштейна. Снизу, вот он, разъем. Снял с датчика. Также трос включения передач с кронштейна снял. Здесь снизу трос включения передач еще на одном кронштейне сидит. Два болта М6. Я их тоже открутил. Вот кронштейн остался на тросике. Когда снизу я трос отцеплю, он у меня поднимется вместе с кронштейном, мешать не будет. Если видно, видно. Вот внизу у нас идет шланг на охлаждение. Вот он. Хомут я снял. Шланг пассатижами расшевелил. Одеваем. И буквально так вот немножко, чтобы он зашевелился у нас. Приготовил болты. Сейчас снимаю шланг. И болтом заткну, чтобы он не бежал. Вот так вот. И здесь пониже у нас есть второй шланг тоже, который идет с радиатора на охлаждение. Также его снимаю и тоже пока глушу болтом. Вот второй шланг. Все. От коробки радиатор. То есть коробку от радиатора я отсоединил. Сейчас шланги подвяжу, чтобы они не мешали и не болтались. Здесь два разъема на управление переключением. Их тоже снял. В принципе, сверху проводку я все отключил. Снизу проводки нет. Снизу только сейчас поднимаю и отвязываю все. Снимаю привода, сливаю масло. Ну и сверху пока откручу болты, которые вот здесь у нас идут. Крепление стартера, крепление коробки к блоку. А дальше я уже траверсы воспользуюсь. Подвешу двигатель, чтобы у меня двигатель не на подпорках стоял, а на траверсе висел. Ладно, продолжаем. Сверху я открутил через карданчик два болта стартера, головка на 12. Также вот здесь вот сверху под патрубком я открутил болт на 17. Вот он. Крепление коробки к блоку. И сзади еще один болт на 17. Тоже крепление коробки к блоку вместе с кронштейном. Это вот проводка и трос переключения передач сюда крепится. Сверху остается мне только открутить крепление подушки и опускать двигатель. Но крепление я сейчас откручивать не буду, потому что мне надо сначала будет отвязать все снизу. Подвесить двигатель на траверсу. И уже когда все это сделаю, откручу подушку, сниму. И начну на траверсе потихонечку приопускать двигатель с коробкой. А там уже и стену коробку. Поднимаю автомобиль. Поднял автомобиль. А здесь вот такой сюрприз. Бежит коренной, да притом так сильно. Сальник не заказывали и не привезли, не знаю, но снять, поменять коробку и не заменить сальник — это грех, если он в таком состоянии. Ладно, сейчас обзвоню везде, узнаю, где есть сальник, съездим, возьмем.
И снимаю трос переключения передач. Снял штифт фиксирующий и снимаю сам трос. Все, вот он у нас свободен. С кронштейном я его потом вверх выведу, чтобы снизу не болтался, тоже не мешал. Так, ну, сливаю масло. Что здесь плохо? А ничего здесь плохого нет. Здесь пробка поддона в нижней части сзади сделана. Но, тем не менее, слив масла. У нас еще вот столько масла остается в поддоне. Не в самой нижней точке, в целях безопасности, чтобы ее не срезали. Откручиваю пробку и сливаю масло. Пробка на 17. На 19. Масло черное. Диски уже горели, все. Машина буксовала из-за этого. Ладно, сливаю. Слил масло, пробочку закрутил. Теперь откручиваю лючок. Только я понять не могу, он здесь, похоже, цельный идет. Наверное, придется его отгинать, чтобы гидромуфту открутить от маховика. Потом откручу подушку от коробки, опущу ее вниз. А эту часть подушки сниму вместе с подрамником. Ее придется, ну не подрамник, так скажем, траверса с рычагами вместе со стабилизатором. Сниму и опущу. Иначе мне просто будет здесь мешать снимать и ставить коробку. Хотя сейчас посмотрю. Нет, попробую сначала не снимать ее. Здесь расстояние позволит отодвинуть коробку, чтобы с маховика ее стянуть и опустить вниз. Я думаю, что получится. Но если вдруг не получится, тогда сниму траверсу. Здесь ключик на 14. Откручиваю и добираюсь до гаек. Да, открутил, но она не съемная, она цельная идет. Обычно лючок съемный, а здесь его сделали цельный. Откручиваем вот эти болты. Должно быть 4 штуки. Не болты, это гайки.